дорогие зрители и телезрители, в эфире «Игра стоп одному». О, радость! И сегодня у нас спонсоры магазин «Рубеж», предприниматели Алексеева Оксана и Сергей, и Игорь Иванов, военная мастерская, спортивный клуб «Эфир». Тема сегодняшней программы «Школа». Всем с началом учебного года. И тут восторг невероятный. Давайте знакомиться с нашими командами. Итак, первая команда, которая называется «Родительский клуб». И в этой команде собрались люди, у которых есть дети, и дети-школьники. И сейчас мы пригласим ваших соперников. Вторая команда называется «Беззаботная юность». Аплодисменты. В этой команде сегодня играют учащиеся, и так как сегодня их праздник, да, День знаний, мы дадим им возможность представиться первыми. Я объявляю простую игру. Полетели! Почему старшекласснику никак не проснуться 1 сентября? Все каникулы. Делал уроки, все каникулы. Так, ответ был, да, здесь первый. Делал уроки, есть такой вариант? Увы, а возвращайтесь на свои места. Я приглашаю сюда третьих участников команд. Роман и Ирина. Почему старшекласснику никак не проснуться 1 сентября? А кто отвечает? Кто первый? Сидел ВКонтакте. Есть такой вариант ответа? Интернет, когда? Такой вариант есть. Аплодисменты. Так, возвращайтесь на свои места. Кристина, почему старшекласснику никак не проснуться 1 сентября? Если у вас будет три промаха, три неправильных ответа, я перейду к команде соперницы. Он отвык. Отвык. Он отвык или, ну, скажем, режим нарушен, да? Есть ли такой вариант ответа? Есть, и это самая верхняя строка. Считал книги, которые были заданы на лето. Ответы все интереснее и интереснее. Есть такой вариант? Нет. У вас первый промах. Кристина, почему старшекласснику не проснуться 1 сентября? Не хотел идти в школу. Не хотел, неохота. Лень. Есть такой вариант ответа? Есть! И это третья строка. Лень, неохота. Так отвечали на улице. Так, я подхожу к Роману. Почему старшекласснику никак не проснуться 1 сентября? Хороший сон снится. Снится хороший сон. Есть такой вариант ответа? Нет такого варианта ответа. У вас второй промах, и я иду к Кристине. Почему старшекласснику никак не проснуться 1 сентября? Он много пил, может. Он много выпивал, может. Есть такой, может, ответ? Может, есть. Это четвертая строка. Откройте, пожалуйста. Да, молодежь на улице так отвечала. Да. Почему сорвалась школьная линейка? Время пошло. Команды «Беззаботная юность» был ответ. Аппаратура сломалась. У команды «Родительский клуб» был ответ. Сложили бомбу, да. Друзья, давайте мы откроем сейчас шестую строку. Откройте, пожалуйста, шестую строку, девочки. На шестой строке «Забастовка учителей». Так, ну и теперь, да, решающая пятая строчка. Давайте мы ее откроем. Да, заработала 180 баллов. Анонимный звонок, да, был на пятой строке. Так, на вопрос, почему техничка не дала звонок с урока? Вы ответили? Заболела. Есть такой ответ. Один. Аплодисменты. А один балл уже заработали. Значит, в совокупности первому и второму игроку в большой игре нужно заработать 200 очков. Один это уже ого-го. Кстати, на первый вопрос, знаете, какие интересные были ответы? Почему техничка не дала звонок с урока? Ей заплатили ученики. Да. И устала от беготни детей. Так, второй вопрос. Какие цветы несут 1 сентября? И вы ответили? Хризантемы. Итак, ответила. Тут очень много, тут всякие цветы перечисляли. 15 человек. Аплодисменты.
Но из интересных ответов были и такие. Какие цветы несут 1 сентября? Ворованные, ненужные, веник. И такой довольно-таки хороший ответ. Живые. Так. Третий. Напиток, который чаще всего дают в школьной столовой, вы ответили компот. И отгадали самый популярный ответ. 44 очка. Но из интересных ответов были кумыс и кипяченая вода. Кумыс. Так, чем недоволен директор? Вы ответили успеваемостью. А есть такой ответ, так ответило 11 человек. Но из интересных ответов, чем недоволен директор? Жизнью. И конфеты закончились. И пятый вопрос был. Где классный журнал? Вы ответили? Спрятали. Спрятали. Еще есть выкидывай. Так, спрятали. Так ответило 7 человек. Аплодисменты. Записываем, да, все очки. Значит, из интересных ответов, где учительский журнал, были такие. В тайном углу выкинули, сожгли и на сходе ведьм. Ну и сколько у нас получилось очков сейчас сосчитают наши помощницы. В тайном углу это спрятали. Значит, можно еще один, да, добавить туда. Правильно, в тайном углу это спрятали? Да. Так, сколько там было? Спрятали. Сколько? 7. 8, значит, будет. Ну, в тайном углу один, а спрятали, было 7. Хорошо, хорошо, очень нужно. Так, я попрошу позвать вторую участницу, сейчас огласим. При ней сразу, да, сколько вы баллов набрали? Так, посчитали? Итак, значит, Наталья, для вас тоже. Сергей ответил на 5 вопросов, уложился, справился и заработал 79 очков. Сергей проходит в зал. Почему техничка не дала звонок с урока? Пустила. Какие цветы несут 1 сентября? Гладиолусы. Напиток, который чаще всего дают в школьной столовой. Компот. Нет, чай. Чем недоволен директор школы? Оценками. Нет. Поведение. Где классный журнал? Учительский. Отлично. Чем недоволен директор школы? Оценками, но у Сергея был успеваемостью, это одно и то же, да? И вы переключились, сказав поведение учеников, отгадали самый популярный ответ. 38 баллов. Из интересных еще ответов, чем недоволен директор школы, начался учебный год. Наталья заработала 148 баллов. Ну и баллы Сергея 79, уже понятно, что 200 они набрали. Аплодисменты команде победителю родительских групп. Я хочу обе команды пригласить сюда к нам. Выходите. Команда «Беззаботная юность», студенты и 15 старшеклассница, и команда «Родительский клуб». Дорогие друзья, я и команды, конечно же, поздравляю с Днем Знаний, с началом учебного года, ну и, конечно же, студентов. Вы усилия приложите, хорошо учитесь. Вот, ну а чтобы вам было учиться сладенько, мы вам дарим сладкие призы. Мы вручим вам пакеты «Бум капитана». Призы там одинаковые, вы раздадите, Аня раздаст своим участникам, Сережа раздаст свои. Там есть брелки, позитивные смайлики от нашего театра «Растворись в позитиве» и сладкие призы. И да, спонсор этих призов – это магазин «Рубеж» и спортивный клуб «Эффект». Я благодарю команду за участие. Проходите в зал под аплодисменты, потому что сейчас завершит наш сегодняшний день знаний рок-группа «Сплав». Сейчас они настроятся, и мы все вместе с ними споем. Закончилось лето, началась осень, но мы с вами вспомним летние отпуска.